Друзья, этим сообщением мы открываем серию роликов наших коллег из Екатеринбурга. Там подобралась отличная команда. Называются они «Движение Урал». Шикарные парни, молодцы, все правильно делают. И всячески будем их поддерживать и публиковать их материалы у себя на канале. Доброе утро, городской полк, 4-я рота. Моя фамилия Пея, прапорщик полиции, водительское удостоверение, свидетель регистрации транспортного средства. Доброе, в связи с чем? У нас идет рейд, операция «Безопасная дорога». Можете в силу статьи 5, части 7 ознакомиться? То, что вас задерживаю незаконно, ознакомить вас с данной операцией документально нет возможности. Данный документ находится на Степана Разина 20 в полку. Ну, тогда я поехал. Водительское удостоверение не будете показывать. А я не вижу законных требований. Я вам устно их сказал, законные требования. Ну, я же могу вам не верить. Ну, это дело каждого, я с вами согласен. Все, счастливого пути. Водительское не будете показывать, отказываетесь. Нет, ни в коем случае. Попросил. Ни в коем случае. А, попросили? Попросил водительское удостоверение. То есть не требуете? Попросил водительское удостоверение. Ну, тогда я могу вам вежливо отказать в вашей просьбе. Не хотите показывать. В связи с чем? Я вам говорю, идет операция «Безопасная дорога». Документально вас ознакомить не могу. Я понимаю, что есть Конституция Российской Федерации, федеральный закон номер 3. Документально я вас не могу ознакомить. Данный документ находится на Степана Разина 20, где находится наше подразделение ГИБДД по городу Екатеринбургу. Отлично, отлично. Но меня же дежурная часть не останавливала. Дежурная часть не останавливала. Но тогда... я представляю интересы дежурной части данного подразделения. Тогда давайте друг друга не будем задерживать. Пожелаем счастливого пути, а я вам хорошей службы, и я поехал дальше. Вам спасибо, что за ваше пожелание. Водительское не будете показывать, да? Машину можете параллельно дорожную часть поставить и либо включить маяки. Маяки, да, включим. Здесь парковка. Я объясню, почему вот так транспортное средство стоит, патрульное. Давайте. Транспортное средство для сужения проезжей части, чтобы с большого расстояния водители видели то, что проезжая часть заужена. Маяки включите и все. Хорошо, все будет спасибо. Отлично. Вам спасибо. Товарищ пропуск. Поставьте либо параллельно, либо маяки включить. Хорошо, хорошо. Тогда хорошую службу вам. Спасибо. Я поехал, счастливого пути. До свидания. Сейчас посмотрим, включат маяки, нет? Вот это инспектор вроде хороший. Ай-яй-яй, вот твоя громкость включает. Молодец. Красиво. Ну все, всем удачи. А спонсор этого выпуска – телеграм-канал «Сила движения», канал объединенных сил добра. На канале вы найдете статьи и ролики на дорожную тему про ГИБДД, ППС, ЧОП и других представителей неадекватных. Анонсы предстоящих рейдов, не вошедшие кадры, фото и видео с места событий, короткие лайв-трансляции. Подписывайся и кинь ссылку другу. Ссылка в описании.